Треба чистить Куропатський лес. Бо тут могили наших. Бо ти плющ задушився наші сосни народу. А тут ще й плющ розвився. Некий заміжний ліана, яка душить наші хвої, наші сосни. Тому ось ми і почали вже там шкодне гэтае плющ. Ён не корисний для наших лесов. Але ж бачите, природа сприяльная. И он так разросся, что наши хвои, вон все тут задушены. Вот мы начали дергать первую чергу. И тут несколько год подряд треба пропалывать землю, как вызволить от этих хвоев. Так вы за сколько год собираетесь пропалывать? Вот вы тут... Вот мы 2 года мы прекращали. И еще 19 год будет? Треба так робить. Вот напевно. Да я вам жить. Больше за 100 годов будете. Володь, может, даст Бог за нашу працу и долго проживем. А я цікаво жить и працевать не только полот своей градки и свои городы и сады, а лишь треба пропалывать наши лясы. Яны комплексы. Не были загажены замежными рослинами. Как наша айчинная рослинность добрая, до которой мы звыкли, как тут пановала. Вот к тому мы сюда приходим и всех остальных запрошаем. Паня Лена, а что ж вы тут допомагаете? Ось молодых тут мало. А вы думаете, что молодые вы... Были. А своими силами что вы тут пособите, скажите? Есть трошки сейчас. Еще есть, можете похвалиться, правда. Скажите, вот на самом речь, тут выходит не 19 годов, а более, бо треба будет, вы пройдете за 19 годов до конца лесу, а потом придется снова выйти. Конечно, значит, ну так уже всю жизнь наших детей. И передасть все своим внукам. Передадим детям и внукам. Как тут попросились про этот лес. Дякую.